Пару десятилетий назад никто и подумать не мог, что относительно к школе будут применяться такие термины, как менеджмент качества или мультимедийный урок. Новшеств так много, что от учителя требуется быть собранным, энергичным и уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Если раньше обсуждение имиджа учителя было модной изюминкой на педсовете, сейчас это одна из ключевых тем, которую невозможно не затронуть. В своих научных проектах будущие педагоги, студенты Южно-Казахстанского педагогического колледжа рассмотрели инновационные направления подготовки современного учителя. Образ идеального преподавателя нарисовала для себя и Жансая Мухаммед Сапакызы. Студентка третьего курса презентовала проект под названием «Польза интерактивной доски». Многие не понимают значения интерактивной доски, не видят в ней особой надобности. Но дело в том, что такие технические новинки открывают большие возможности перед учащимися. Реформа системы образования выдвинула объективные требования как к профессиональным, так и к личностным качествам современного педагога. Учителя со стажем признаются, такие конкурсы создают особую атмосферу среди учащихся, а потому повышается профессиональная активность будущих специалистов. Для самих преподавателей это отличный шанс повысить свой профессионализм. Во-первых, интерес к учебе повышается. Им интересно заниматься, им хочется что-то искать уже новое. Это не просто рутинные занятия, пришел, отсидел и ушел. А он сам становится участником учебного процесса. И вот это главная задача, наверное, образования сейчас, когда ребенок, когда ученик становится сам участником этого процесса. По результатам конкурса победители смогут принять участие в областной научно-практической конференции.